После сборки всех штатных конструкций из набора конструктора знаток может создаться впечатление, что он пройден, как уровень в игре. Однако это не так. Очень многие конструкции могут быть моделированы в конструкторе, если сделать для него дополнительные модули. Эту тему многие обсуждают в интернете. У меня есть свой вариант конструкции такого модуля. Для его изготовления вам понадобится монтажный провод или шлейф, поликор или упаковочный картон и сама радиодеталь. В нашем случае это лампа пентоль 6G51P. Я уже рассказывал о том, как на этой лампе можно построить усилитель. Порядок работы будет следующий. Из поликора или картона вырезаем основание. Если используется картон, то его необходимо покрасить или пролакировать. В нем прокалываются или просверливаются отверстия под компонент. В моем случае эти отверстия образуют контактную панель под лампу. После этого из монтажного провода или шлейфа изготавливаются гибкие выводы модуля. На контакты проводов желательно поставить крокодилы или клеммы для соединения с конструктором. Контакты на модуле желательно выполнить из луженого провода и дополнительно пропаять. На панели модуля необходимо подписать выводы и по возможности показать схему компонента. После этого можно продернуть выводы через материал модуля при желании установить на модуль ножки и использовать модуль с конструктором. О том, какие еще модули можно сделать, я расскажу в следующий раз.